Так, здравствуйте. Здесь ОР3 Щука-Щука центр. Вот я, вот моя антенна. Это 9-й этаж. И направление на Днепропетровск. Мы с моим товарищем из Днепропетровска хотим провести эксперимент. У меня 5 ватт, у него там побольше будет. Но, в общем, будем проводить QSO. Так, из аппаратуры Voxung. Частота 145-450. Вот. И сейчас мы будем проводить связь. Ой, так, секундочку. Так, момент. Я положу пока. Пока в станцию положу, вернее. Так, ну что, давай. Здесь ОР3, Щука-Щука центр. Ульяна Роман 3, Щука-Щука центр, Запорожье, на приеме. ОР3, Щука-Щука центр, Ульяна Василий 5, Елена Дима, Павел. Павел из Днепропетровска. Да, Паша, принято, прекрасно. 5859 на слух, я слышу тебя. Паша, давай уменьшай свою мощность, я, так сказать, проконтролирую, насколько будет ухудшаться сигнал. Итак, сейчас 40 ватт. Раз, два, три, 40 ватт. Так, 20 ватт. Раз, два, три, 20 ватт. 10 ватт. И самая маленькая мощность 5 ватт. Я Ульяна Василий, 5, Елена Дима, Павел. Да, Паша, принимаю тебя и на 5 ватт, и на 40 ватт. Вот, разницу ты увидишь на видео. Вот, то есть связь удалась. Все нормально. Так, сейчас я выключу камеру, секундочку. Как видите, мои друзья, у кого я любит прямую видимость, мощность практически не имеет значения, ну практически. Все, всем спасибо за то, что смотрели видео.